Так, собираемся на работу. Вчера кого не обзванивали. Кто-то сначала согласился, сейчас отказываются. Потому что никто не хочет делать частично. Всем надо сразу большую площадь для работы. А то, что мы тут еще живем, это как бы усложняет. В общем, такая заварушка. В прошлый раз, когда приходили электрики, жаловались на то, что 2 недели без работы сидят. Сейчас мы им работу предложили, что-то думали, потом сказали, неохота. Если, говорит, и согласимся, то там что-то предложили, какую-то сумму. Огромную просто. Только на наших условиях. Так, да, на их условиях, понимаете? То есть на их. Другой, значит, в чате дома нашего, в чате дома пишет: выполнил любые сантехнические работы, любой сложности. Мы ему звоним. Ну, Алексей еще в выходной ему звонил. Ладно, говорит, в среду приду, сделаю. Все спросил, сказал, сколько будет стоить. Мы согласились. Вчера звонит и говорит, нет, не пойду. У меня нету инструмента у вас там что-то делать. Да и вообще в Никольском делать не буду. Не, ну ты в нашем чате пишешь, да? Вообще, ты на что рассчитываешь? Любой, говорит, сложности, у самого даже инструмента нет никакого. Они только трубы по прямой паять умеют. Да, все вот только вот, готовы только трубы по прямой. Уже штробить никто не хочет. Чисто только, чтобы уже под них была подготовлена, либо просто трубы спаять. Вроде бы такой рынок, заходишь, да, там на Авито, только желающих. А по факту-то никто не хочет ничего делать. Там другой тоже с Авито отказался, потом звонит. А там, раз получается, раз через Авито отказ, им там это или оценка уже как-то ниже встает, или рейтинг, там что-то, не знаю. Потом звонит, вроде, давайте-то, да. Ну, наш, ты пришел, сделал нормально. Но такое ощущение, что как будто бы все как гуманитарную помощь оказывают. Придут и сделают нам за бесплатно.